Погода, невзирая на прогнозы гидрометеоцентра, стоит шикарная. Хотя вчера пришло сообщение, что с 17 по 19 грозы, дожди, подъем уровня рек. Посмотрела, что творилось в Сочи. Как раз Ольга только улетели. Приезжали, которые на 3 дня молодожены. И вот это там все случилось. А я нашла в себе силы собраться, одеться. Сейчас доедем до работы. Часа на 2-3. И Наташка меня ждут со вторым лицом канала. Поедем, все-таки доедем до пляжа. А завтра вообще планирую, все-таки планирую. Вы когда-нибудь бывали в Горячем ключе? Я бывала там только вот в старом замке, где сейчас открыли канатную дорогу. Кстати, можно вот ездить недалеко, 50 километров где-то находится. Это между Новомихайловским и Краснодаром, километров 50. Горячий ключ. Там у меня тоже есть подписчик, зовут Игорь. Мы уже давно собирались как бы увидеться. Он нам приготовил экскурсию по интересным местам Горячего ключа. И поедем. Посмотрим, что такое Горячий ключ. А всем остальным, кто едет в июне отдыхать, погода стоит суперская. Посмотрела, вот обещают, вроде как бы там какие-то перипетии, но едем по почтовому переулку. В наглую выворачиваем, потому что вот уже такие пробки. С утра до вечера причем. Все куда-то едут. Хотя регион в основном наш, 123-й. Вот она, центральная улица Новомихайловского, улица Мира. И это же трасса, которая идет на Сочи. В общем, летом у нас здесь очень оживленное. Не представляю, что будет в июле, в августе. Улица Подгорная, частный сектор, где очень много сдается номеров. И цены, еще раз повторюсь, на порядок ниже, чем в тех гостиницах и гостевых домах, что находятся рядом с морем. Ну, а мы приехали на работу. Работаем и вперед. Хотелось бы, конечно, еще привести себя в порядок, но все, пока. Ну, такая сумасшедшая жизнь.
тут же поступил звонок, не успела приехать на работу. Поздравление с белым медведем. Хотела отказаться, но это наши Новомихайловские, поэтому, конечно же, мы 4:30, время 2:30. Снова гоню домой за зарядками. Поедем поздравлять, пойдем в пиццерию Марио, девочку с днем рождения. То есть все планы быстро снова перестраиваются. Решила проехать по Ленина. Думаю, здесь меньше. Но нет. В общем, конечно, когда начинается сезон, пробки — это наш бич. Весело. Уже регион 797. Мне кажется, что это Москва. Вот такая вот суббота, выходной день. Сначала в магазине, потом позвонили. Заявка на медведя. С медведя время... Сейчас скажу, сколько время. 17:56. Вот вам и полежала, позагорала. В общем, в этом году, походу, ваш блогер без загара. Взяла вот такую кепку. Фу, блин, как в бане. Погода стоит супер жаркая. Прогнозам не верьте. У меня еще тоже кепка. Надо какую-нибудь посмотреть. Что-нибудь новенькое. Может, сейчас модно. Козырьки у меня уже были. Такой клюв. Приехала Танюшка. Кто меня смотрит давно, знает, с Москвы. Москвичка. Вот, она приехала на базу Приморская. Может, сейчас по вечерам. Вот что это за челка? Да, короче, мне замуж не выходить. Это стала моя любимая поговорка. В общем, такой кепи я одела. Все. Идем на пляж. Говорят, море теплое, но сегодня почему-то грязное. Я там даже слышала одного блогера. Вот сиди с подрывом Каховской. ГАЭС, там были какие-то гидроэлектростанции. Что? Может, вода в Черном море, что это экологическая катастрофа? В общем, все сейчас неоднозначно. Ладно, не будем о грустном. Идем на пляж. Набережная уже закипела. Уже закипела. Фу, как хорошо в тенечке. Вот и считайте сезон. Сегодня, грубо говоря, уже ближе к 20-му, да, числу. Вот только-только сезон сократился. В мае не было людей, пол июня не было людей. Только вот ближе к 20 числу. Срезаем немножко, проходим в гостиницу «Жемчужина у моря». Супер гостиница, супер. На самой первой линии с бассейном, со своим кафе. Ищем второе лицо канала. Ищем, ищем. Я их не вижу. В общем, не дозвонилась. И как я их буду искать, непонятно. Даже ориентир не знаю какой.
Так, это в море не она. Как их опознать-то? Ё-моё. Всё, пляж, пляжи уже. Ой. Что такое они делают? Что это за серп и молот? Что-то печатают монеты они себе. Вам какую? Чеканка монет, сувенирные монеты. Что-то новенькое. Так. Ну а мы-то где будем их искать? Ё-моё. Нашла. Ну, Лена сказала, сегодня море теплое, но какое-то мутное. Здравствуйте, второе лицо канала. Что у нас за поза? Геракла. А мне сегодня саблю подарили настоящую. Настоящую? Да, дома это, лежит. Это опасно. А вот еще, две матрешки тут, оказывается. Все рядом. Здравствуйте, товарищи женщины. То хорошо ведь, когда приходишь на пляж, а тут вот уже лежат, ждут тебя. Ждут. Все не одна. Ну давай, тут народу. Ну, прибыло, конечно. Говорю вот девчонкам, я представляю, что будет в июле. В июле, в августе. Вода, кстати, девчонки говорят, с утра была мутноватая, а сейчас прочистилась. Я могу вам воду показывать пока только вот так. Ну, дети купаются, кто-то меня там спрашивал. Вода теплая, да? Вода теплая. Ну, теплая сколько? 24. 24 градуса вода. Сказал рядом сидящий термометр. Ты сама так прикинула, да? Она по ощущениям 24. А, Вальдемар? Кстати, Вальдемар, это кто он тебе? Родственник, да, какой-то? Брат двоюродный. Представляете, вот брат Нади. В общем, тут одни звезды собрались. Братья Вальдемаров. Фу, сестры Вальдемаров. Три звезды. Ой, 4 звезды. Вон еще одна сидит. Где второе лицо канала? Опять что-то покупать? Нет, он бегает сам там. Ну, в бассейн какой-то сходил, то еще что-то. В бассейн сходил, искупался. А бассейн какой? Ну, тоже 100 рублей. На торнадо? Вот да. Наташка говорит, да. Можно прийти, одноразово это акция? Нет, ну, губка для детей на целый день 100 рублей в бассейн. Да? Ты... А что, без родителей можно? Ну, что, он его там все уже знает, он сходит и искупается. Целый день. А что, ему браслет дали? Откуда, знаю, ничего она не знает. Вот, в общем, дети. Море сегодня грязное было, поэтому. Ну а сейчас спасибо. смотри. Так... А вот сейчас к вечеру, видишь, все оседает. Сейчас уже начнется закат. А мы с Наташкой еще сейчас пойдем на Приморскую. Подружку встречать. Да. Встречаться с Танюшкой из Москвы. Ну и, естественно, пройдемся по Приморской. Посмотрим, как она поживает. Уже давно не ходили. Все времени нет. Боже. Как хочется побыть отдыхающей. Все время вот эти скачки с работы, с одной работы на другую. Ну а воскресенье планирую стрим, может быть, все-таки, если мы завтра выдвинемся в горячий ключ, то к 7 часам вернуться и в 7 часов увидеться на стриме. Всем здоровья, мира и добра. Пока-пока.